Вот, а билетики эти, оказывается, делают в Питере, откуда мы приехали. Вот на Новорыбинской улице. Вот телефон, тираж 300 тысяч штук. В общем, надо было просто на Новорыбинскую прогуляться, и там этих билетиков латыли. А то видишь, как видишь. Пойдем в пещеру. Ура! Вот, центральный рейс находится под напряжением. Он только ведущий. Вот. Между рельсами, короче, только ведущая шина расположена. Вот, не трогайте. Миш, ты мне только скажи, что именно не трогать. Ну, чтобы я не пожалела, что я вписалась в этот будень. Не боись солнца. Значит, не боись солнца. Ты это не тронешь. Просто не продолжил время между рейсами. Да? Поезд такой, друзья. Все серьезно. Вот управляет столько, только запотел и почему-то. Секунду. Здесь хватает места. Там есть пассажира. У нас просто VIP-вагон. О, план Новофонский пещема. Остановки будут? Какие запотелы и стекла. Какая вот тут поколейная дорожка. В зоне входных дверей. Пожалуйста, не облокачивайтесь на двери. Держитесь за поручни. Осторожно, двери закрываются. Метро. Пещеру. Вот так и назвали. Два. А там еще как звонит? Ну, почему там что за метро за 500 рублей здесь за вход? Ух, дай фонарик. Уважаемые гости, я хочу вас сразу же всех предупредить, что фото-видеосъемка производится у нас только после рассказа и по ходу экскурсии. Дополнительное время на фото-видеосъемку у нас не отводится. Ну а для начала коротко о том, как была обнаружена и открыта Новоафонская пещера. Центральная карстовая полость по длине всего лишь 3285 метров, но по своему объему является одной из крупнейших среди карстовых полостей мира. Общий объем, который составляет около 3 миллионов кубических метров. Возраст пещеры более 2 миллионов лет. Обнаружена она была совершенно случайно в 1961 году местным жителем, 16-летним юношей Гиви Смыр. По простой веревке ему удалось спуститься на глубину 35 метров. А вот уже дальше, глубже, без специального снаряжения, пройти было невозможно. На помощь пришли спелеологи. Одолев сложную систему колодцев и шахт на глубину 140 метров, от поверхности земли они оказались в гигантских подземных дворцах, чем положили начало замечательному спелеологическому открытию нашего времени. Суммарная глубина всей вертикальной части пещеры 185 метров. Толща породы над нами от 60 до 200. Спелеологи обнаружили здесь 9 каменных залов. 6 из них сегодня мы с вами побываем. 2 зала не входят в наш маршрут, а один закрыт у нас под лабораторию. Строительные работы по благоустройству пещеры здесь были начаты с 1967 года. С июля 1975 года пещера функционирует как экскурсионный объект. Она отнесена к охраняемым памятникам природы, осматривая которую всем вам необходимо соблюдать следующее правило.
Осмотр пещеры у нас с вами групповой. Отходите от группы, курить, сорить, трогать естественное образование. Что-либо ломать здесь категорически запрещается. Запрещается заходить за перила под любым предлогом и вперед экскурсовода без приглашения. Группу не растягивать. Мы с вами будем идти все время вперед, к выходу. Возвращаться этим же путем мы не будем. Свое увлекательное путешествие мы начнем с зала Анакопия, завершим в зале Апсна. Протяженность подземного маршрута составляет 1,5 километра. Продолжительность нашей экскурсии 1 час 20 минут. Но по мере того, как мы с вами будем покидать смотровые площадки, за нами будет отключаться свет. Поэтому хочу вас всех предупредить, производя фото-видеосъемку, пожалуйста, подолгу не задерживайтесь. Даже если что-то не будет получаться, ничего страшного. Впереди красочные залы, много натеков, у вас обязательно все получится. Ну а мы с вами уже в первом зале пещеры, зал Анакопия. Анакопия – это древнее название Нового Афона. Зал был первым и для первооткрывателей. Вот обратите свое внимание на эту красную подсветку с правой стороны. Там подсвечивается дно той самой бездонной ямы, по которой сюда спускались первопроходцы. Спуск был сложным, длился более 8 часов. Относится к третьей категории по сложности в спортивном спелеотуризме. Глубина бездонной ямы 140 метров. Сам естественный вход в пещеру, это единственный естественный вход, находится на самой горе. Его отсюда, естественно, не видно. На высоте 220 метров над уровнем моря. А именно в этом зале и в этом месте он заканчивается. Вот там впервые под своды Новоафонской пещеры ступила нога первопроходца. Вот уже с этого места считается субгоризонтальная часть пещеры. Дно зала покрыты мощными обрушенными глыбами. Образовались они в результате разрушения известняков, а также занесены сюда поверхностными водами, которые, в свою очередь, в пещерах создавали здесь под землей реки и озера. Таких озер в пещере 3. Одно из них вы можете рассмотреть, если подойдете к левым от вас перилам. Перед вами озеро Анатолия. Глубина озера 26 метров. Температура воды равна 12 градусам. Вода в озере пресная, рыб нет. А вот уровень озера, он повышается, когда на поверхности выпадают обильные продолжительные дожди. Второе озеро пещеры вы увидите со второй смотровой площадки при переходе во второй зал. Там же с левой стороны увидите и первое натечное образование. По форме будет напоминать огромный человеческий череп. Хорошо освещенное будет место, заснять его вам удастся. Но, еще раз напоминаю, не задерживаясь, пожалуйста, на фото-видеосъемку мы своего времени не имеем, поэтому все старайтесь по ходу нашего движения. Помните, вся красота впереди. А я вас всех под звуки абхазской народной песни приглашаю за собой во второй зал. На спусках будьте аккуратны, дорожки мокрые, обувь может скользить. Детей держите за руки.
Вадик, иди сюда. Сейчас, стойте. Ух, водопад. О, их-то тут везде есть. Какие водёки. Где тут столбы-то? Ух, какие дырки. Вот в одну из таких влезли. Ух. Вглубь массива через аллювиальные отложения, что говорит о том, что карстовые процессы в пещере продолжаются и в настоящее время. Карстовый процесс – процесс растворения и размывания карбонатных пород под воздействием циркуляции поверхностных и подземных вод, обогащенных угольной кислотой. В результате карстовых процессов образуются поверхностные и глубинные формы рельефа в виде воронок, естественных шахт, пропастей, пещер. Карстовому процессу своим образованием обязана Иново-Афонская пещера, сложена в основном из осадочных карбонатных пород. Это в основном известняки и доломиты. Длина этого зала 260 метров, высота до 50, ширина до 70 метров. Зал соперничает по величине с гигантскими залами таких прославленных пещер мира, как Карлсбадская в США, Гиганта в Италии, Сатана де ла Куэста в Мексике. В центре этого зала, прямо перед вами, расположена Белая гора. Это массивное кальцитовое сообружение куполообразной формы. Высота горы 5,15, в окружности до 40 метров. На эту белую гору с высоты 30 метров из отверстия, расположенного над горой, поступает вода, насыщенная кальцием. Этот источник функционирует 6-7 месяцев в году. Гора растет за это время на 1 миллиметр. За горой с левой стороны можно видеть низко расположенный участок зала. Это воронкообразная котловина, целиком заполненная отложениями пластичных глин, толщина которых местами достигает до 30 метров. Но когда на поверхности идут обильные продолжительные дожди, котловина полностью затапливается, образуя там временное озеро. Были случаи, когда затапливало весь мост, по которому мы с вами будем спускаться. Это самый длинный подземный мост в пещерах мира. Длина моста 120 метров, высота 10. Но на самом же деле это 18-метровый по высоте мост, так как 8 метров вниз до самых твердых пород уходят сваи, аналогов которому в мире нет. Все это строилось вручную, сюда никакая техника не проходила. Единственное, чем облегчали труд строителям, это по специальным трубам сюда подавали раствор. Все остальное, что вы успели заметить и увидите еще впереди, все это огромная работа воды и времени. Ну а сейчас мы с вами будем спускаться по самому длинному подземному мосту в пещерах мира. Соберемся мы с вами вот на той смотровой площадке.
Это будет лишь площадка отдыха. Там информации не будет, поэтому мы с вами там подолгу не задерживаемся. Чуточку отдохнем, полюбуемся, а затем через самый низкий пещерный проход вас проведут следующий, третий южный зал, где расскажут о растительном и животном мире Новоафонской пещеры. Ну и слушайте меня внимательно. Сейчас будем спускаться по очень мокрой дорожке, поэтому будьте аккуратны, детей держите за руки. На вас по инструкции никто не останавливается. Какая красота. Капец. Отек. Здесь нормально. Раз, два, три. Ничего не поворачивается. Озеро возникает. Ну да. Ну, туннель. Солнышко, да? Шляпки такой, попакает солнышко. Точно. Тебе там скользко было? Нет, не очень. Но выглядело страшно. Ух ты! Какие красные насеки, паутинки. О, глина. Это глина, видимо. Пройдя по самому длинному подземному мосту в пещерах мира, мы с вами подошли к третьему южному залу пещеры, к залу Нарта. Нарты – это прежде всего воины-богатыри, презиравшие трусость и малодушие. Легенды о Нартах передаются из уст в уста, из поколения в поколение.
А вот в конце этого зала расположено третье сифонное озеро. Но, к большому сожалению, из-за низкого уровня воды вам его сейчас не видно. Оно, как и озеро Анатолия, является самой низкой отметкой всей пещерной системы. Это 36 метров над уровнем моря. В районе этого озера спелеологи обнаружили коллекцию редкого вида жуков, пещерных жужелиц, которые очень редко встречаются в пещерах. Уважаемые гости, раньше бывало такое, что вода переливалась из одного зала в другое. Было решено построить водоотводные штольни. Сейчас, когда уровень воды поднимается до штольни, вся вода уходит через эти штольни в ущелье Анзыкова. То есть теперь залы не затапливаются. А вот одной штольни, я уверена, вы все обратили внимание, когда вы проходили по мосту, с левой стороны была бетонная арка. Это водоотводная система. Таких штольней в пещере 3. А вот по былому уровню поднятия воды сегодня, смотрите, вы можете судить, вот темная полоса на стенах этой котловины. Видите? Это былой уровень воды. Даже затапливалась смотровая площадка, на которой сейчас мы с вами стоим. В Новофонской пещере нет ни зимы, ни лета. Круглый год постоянная температура плюс 13 градусов, но высокая влажность воздуха 97-100%. Относительно низкая температура, высокая влажность воздуха и отсутствие света определили особый комплекс пещерной фауны. Она подразделяется на три основные группы. Первая группа – это типичные пещерные обитатели. Это рачки-нимфаргусы, жучки-жанилиусы, линоусы, кузнечики-хищники. Вторая группа – это животные, которые предпочитают жить в пещерах, но и встречаются на поверхности земли. Из этой группы выделены мухи-лимонии, летучие мыши. Летучие мыши всю зиму проводят в глубоком сне, повиснув на своде пещеры. Ранней весной первыми просыпаются самки, а затем через месяц пещеру покидают самцы. Замечательными свойствами летучих мышей является способность видеть в темноте. Она основана на ультразвуковом зондировании. А вот третья группа – это случайные посетители пещеры. Нет, не мы с вами. Из этой группы выделены бабочки-совки, грызуны, в частности крысы. Из растительности в Новоафонской пещере встречаются мухи, лишайники, альбиносы, папоротники. А вот следов древнего человека и крупных животных не было обнаружено. Уважаемые наши гости, многие задают вопрос, почему так мало света в пещере? Раньше, если кто-то был, помнит, даже была цветная подсветка. Но к большому сожалению, свет огромный вред наносит пещере. Растительность начала бурно развиваться. Сталактиты и сталагмиты от света и тепла начали разрушаться. Было решено убрать всю цветную подсветку. И вот поэтому идет отключение света за нами. Будете идти по пещере, обратите внимание, где у нас стоят прожектора, зеленые пятна, растет мох. Вызвали специалистов, ребята приехали, чистили специальным раствором. Ну, видите, вот зеленые пятна. Но вы не расстраивайтесь, впереди я вам говорила, более узкие залы, больше освещения в последнем зале. И надёки близко расположены, у вас еще отличные фотографии получатся. А вот впереди, уважаемые гости, вы все наверняка уже также обратили внимание. Смотрите, словно огромные свечи, перед вами сталагмиты, сверху как сосульки. Это сталактиты. Запомните, снизу как свечи, сталагмиты, сверху как сосульки. Это сталактиты. Они соединяются, образуя третью группу. Кто знает? Сталагнаты. Сложны по форме, но очень прочное и надежное образование. Где очень много сталагнатов, практически обрушений не бывает. Они бывают разных цветов. Как они образуются, я вам подробно буду рассказывать на площадке 4-го зала. А вот когда вы подниметесь выше,
смотрите с правой стороны. Обязательно загляните вглубь грота. Там вы увидите отшлифованный природой камень, который напомнит вам лежачего олененка с поднятой головой. Там же, только чуть ниже, также вы увидите глыбу, которая по своей форме напомнит профиль большой головы обезьяны. Немного фантазии, немного воображения. Перед вами откроется удивительный, загадочный подземный мир Нуво-Афонской пещеры. Уважаемые гости, олененка отсюда не видно. Нужно подняться метров 20-25 и заглянуть вглубь грота. Напоминаю, верхний камень – олененок, нижняя глыба – профиль большой головы обезьяны. Итак, я вас ознакомила с третьим залом нарта. Сейчас разрешаю пройти вперед до следующей смотровой площадки. А где она? Как картинка дорисована, умный. А выше, что ли, оленя? Да, да. Ага. Ага. Точно. Ладно, да. Продолжение следует...
поднявшись на 50 метров предыдущих залов, мы с вами подошли к четвертому залу «Каньон». Зал «Каньон» более низок и узок, чем предыдущие залы. Вы все наверняка обратили внимание вот на дорожку, ведущую наверх. Там находятся два зала. Зал спелеологов и зал Гивисмор. Эти два зала входят в эксклюзивный маршрут, которые работают по определенным дням. В зале спелеолога выступает Абхазская государственная капелла, мужской хор Чиге, танцевальный ансамбль Шаратен. Экскурсия длится 2 часа и 20 минут с концертной программой. Проходя по пещере, каждый из вас, я уверена, задавал себе вопрос, ну как же это все образовалось? Но кто же строитель пещеры? А строитель пещеры – это, конечно же, вода и время. Стоило появиться маленькой трещине в известняковой породе, как вода сразу же начинала свою разрушительную созидательную деятельность. Вода расширяла трещину и превратила ее в канал, по которому когда-то грохотал бурный поток воды. Минули миллионы лет, и вода ушла в нижние этажи. И сейчас мы с вами можем убедиться в ее способности строителя. Вода не только разрушает и строит пещеру, но и украшает ее натечно-капельными образованиями, сталактитами, сталагмитами, сталагнатами. Сталактус – это греческое слово. В переводе означает «натекший по капле». Формируются сталактиты и сталагмиты тысячелетиями. Образуются они следующим образом. Капля воды, насыщенная углекислым газом, превращается в слабую угольную кислоту, которая, проходя сквозь толщу известняка, растворяет его, обогащается кальцитовой солью. Кальцитовые кристаллики выпадают из раствора, наращиваются, образуя сталактит. А вот та капля, которая не удержалась на своде пещеры, падает вниз, за ней вторая, третья, и так медленно на месте падения наращивается сталагмит. От греческого слова «сталагма» – капля. Сталактиты и сталагмиты обычно растут навстречу друг другу. Когда они соединяются, образуется третья группа – сталагнаты, сложные по форме, но очень прочные и надежные образования, где очень много сталагнатов, практически обрушений не бывает. И последнее, на что хочу обратить ваше внимание, это нижняя часть стены каньона. Она покрыта гипсовыми натеками и королитами. Это единственное место в Новоафонской пещере, где был обнаружен гипс, похожий на гроздья винограда или же морские кораллы. На вашем пути довольно-таки часто будут встречаться сталагмиты. Прошу руками их не трогать, ведь одно неосторожное движение и то, что создавала природа миллионами лет, перестанут существовать. Итак, уважаемые наши гости, я вас ознакомила с четвертым залом «Каньон». Сейчас разрешаю пройти вперед до следующей смотровой площадки. Спускайтесь аккуратно, детей держите за руки. А вот это сколько стоит? Сбоку цены. Вот тут фоткаете королита. Или селфи делаете. Такая холодная. Проходит 70% влажность. Мама, пошли там. Мама, да.
себя прилично? Да. Мокрые многословие. А вот толщина породы над нами от 6 до 200 метров. Спелеологи считают, что этот зал был когда-то украшен натечными образованиями, но при обрушении потолка и стен все натеки в зале были уничтожены. Теперь дно этого зала украшают одиночные сталагмиты красноватого цвета. В зависимости от состава породы, сквозь которую проходит дождевая вода, она, кроме карбоната кальция, в себе может растворять и другие химические вещества. Тогда натечно-капельные образования окрашиваются в мягкие тона. Так желтовато-красноватые оттенки им придают окислы железа, голубоватые медные соли, зеленоватые соединения хрома, а там, где встречаются темно-фиолетовые и даже черные сталактиты, известняк содержит примеси марганца.
А в этом зале великолепная акустика. Именно здесь, в этом зале, вне открытия пещеры, позже, стоя вот за этими глыбами, под этим каменным сводом, выступала Абхазская государственная капелла. Везде выключался свет, и в глубине этого зала раздавался голос капеллы. Но с недавних пор эти концерты были перенесены в зал спелеологов, так как зал спелеологов превзошел зал архиерца по своим акустическим данным. Про зал спелеологов я вам рассказывала в четвертом зале, куда вела боковая дорожка. Чтобы попасть в главный дворцовый зал Новоафонской пещеры в зал Апсны, мы с вами должны пройти по небольшому, но сказочному переходу. На подступах к залу Апсны, как бы охраняя все подземное царство, стоит 4-метровый сталагмит патриарх. Там же, только чуть выше, также вы увидите кальцитовую беседку. Фантазия природы безгранична. И проделав этот сказочный переход, вы все убедитесь, особенно детишки. А в группе у нас сегодня много детей, что сказку можно не только читать и слушать. В сказке можно и побывать. Итак, под органную музыку Баха я вас всех приглашаю в последний зал Апсны. Аккуратненько проходите. Куча народу проходит, а мы спокойно собираемся. Анька, пожалуйста. Прямо. За качество фото я отвечаю? Тут ломаный кальцит для сувенира. Вот это кто-то взломал. Сволочь. Ну. Ух. Да. Thank you.
сюда всех проходим. Продела сказочно красивый уход, мы с вами прошли последнему залу Абсна. Абсна – страна души, так ласково, гордо, Абхазия называет свою родину. Природа сотворила диво, друзья сделали уже 2000 лет, в полном раке, в тишине глубоких подземелий. Наверху величественных куполов, внизу первозданное творение Творца, а вокруг манящая красота. А вот из широкого отверстия, раскрывающегося под самым сводом пещеры, навстречу людям, идущим по туристической тропе, выплескивается мощной белой лавиной 20-метровый каменный водопад. Его могучие кальцитовые струи устремляются вниз, и почти разрываясь на гигантские многотонные капли, чуть-чуть, каких-то несколько метров, не долетают до земли. А вот в некоторых местах этого зала были найдены россыпи пещерного жемчуга, уолита, одной из форм надежно-каменных образований. При благоприятных условиях жемчужина формируется за 50 лет. А вот над залом Абсна метров 20-25 выше. Геликтитовый салон, где очень много надежно-капельных образований геликтита. Они, как бы не подчиняясь закону тяготения, растут в разные стороны. Даже нет единой теории их образования. Зал высоко расположен, труднодоступен, неблагоустроен. Туда экскурсии никогда не будут проводиться. Итак, уважаемые наши гости, сегодня вы ознакомились с Новоахунской пещерой. Возраст Новоахунской пещеры около 2 миллионов лет. Общая площадь пещеры 50 тысяч квадратных метров. Суммарная длина пещеры 3300 метров. Но мы с вами прошли 1,5 километра. На этом наше увлекательное путешествие завершается. Мы, экскурсоводы, благодарим вас за внимание. Сейчас я пройду вперед, вы за мной спуститесь вниз на вторую смотровую площадку, а затем на платформу поезда. Мы, экскурсоводы, хотим пожелать вам крепкого здоровья, чтобы вы могли не только посещать пещеры, но и покорять их горные вершины. Всего вам доброго! До новых встреч! Thank you.
Проедет. Ну вот давайте я вот... Село Ачедара, говорите, а дальше да, вот куда-то? Я сейчас вот у вас самое, вы выйдете, я вам покажу человека, который знает про эту пещеру, и он вам чуточку спасибо. Информацию может. Спасибо. Большое спасибо. Вот он, центральный рельс, да? Красный, который, вот он под напряжением. Метро. Пещерное метро. Метро. Реально метро. Добраться я доберусь. Главное, чтобы пещера была нормальная, то есть без веревок. Не-не, легко проходить. Маленькая пещера. Он все равно... лучше бы, чем Чемчужский район. Это он знает. Это я знаю. Про этого не вот поедет. Туда съезжу обязательно. А вот туда, на этот, на А вот на здесь хабью... еще что посмотреть можно? Хабью не стоит. Не стоит? Почему? Это, во-первых, надо через их фирму проехать. Там одна пещерка, там 100 метров прошла, 150 метров. А там Альсамшитовая роща, там пикник, они все включают. Ну, вот, им да, это ну, невыгодно. Почему? Нет, они самостоятельно там не могут, да? Самостоятельно там кто тебе будет? Да. Нет, не кормить. Кто-то проводит, проводить должен. Да. А так самостоятельно не пройдут, да? Нет, там самостоятельно, там мне 5-6 километров надо туда сюда ходить. Вот, видите? Угу, самостоятельно не попасть туда, да? А на арабика на плато, если? Вот опять же, тоже, там столько пещер, как бы, да, арабика. Арабика? Они глубочайшие. Но они все глубочайшие, да. Да, это без специального снаряжения. Это никак, естественно, это да. Это не нету простых там вообще. Да, это такая непростая. Не, понятно, это. А простых там нету, да? Да. На арабике. Это вам, если вы только самостоятельно так полазите, и это так, чтобы...
поехать, понимаете? За каждого туриста здесь несут... Не-не-не, самостоятельно полазить где вот можно? Я понимаю, что никто не отвечает. Просто полазить самостоятельно. Самостоятельно полазить, конечно, вот это же хочется. Просто это тоже опасно. Ну, все понятно. Все опасно. Если к валангам ныряют, то точно так же опасно, как и понятно. Понятно, но это уже специально снаряжение. Ну, естественно. И опасно это точно так же. Все опасно. В принципе, вот в этой Чулской пещере можно походить. Там же две пещеры. Да. Вот вы знаете что? Вы, скорее всего... Вот они благоустраивали. Вот главный инженер тоже может ответить на вопрос. Они благоустраивали. Они благоустраивали в плане освещения вот Атапскую пещеру. Там, в принципе, самостоятельно можно походить, я думаю, в Атапской, да? Да, правильно? Там директора спросить. Да, там, в принципе, на месте можно обговорить. Если уж совсем уже не получится, ну, одного проводника вам дадут, и вы можете... Походить, да? Походить, да, я думаю, так. Они же длинные там, естественно. Там же есть несколько. Там столпотворения, как у нас, нету. Да, там меньше там народа. Да, и, по-моему, если я не ошибаюсь, можно договориться. Да, но, естественно, самостоятельно просто сами никуда не заходите. Дай бог. Конечно. У нас останутся на поверхности люди, которые будут знать, куда мы ушли, мы всегда так делаем. Знать, что вот столько-то человек находится там-то, в таком-то направлении. Я развлекаюсь там по мере возможности. Я поняла. Спелеология, но без вертикала. Но без вертикала, то есть не ползу по веревке. Есть такая вероятность, что там можно походить. Пещеры. Но тоже вот старайтесь. В общем, вот в Атапских пещерах, вот там вот точнее все узнать. Скорее всего, вот там вы сможете. Найдут. Там две пещеры. Они недалеко. Ну, вот они две. Две обустроенные, соответственно. Там же можно и в необустроенных частях походить. Обе уже благоустроены. Обе, да? Обе? Уже обе. Ага, это второй путь. Там похоже, обрасти. Давайте попробуйте там. Оттуда, может, направление еще какое-то вам дадут. Рядом. Я понял. Подскажут. В общем, на арабике мне точно искать нечего. Там. Слушайте, а тогда в районе Сачей, может быть, что-то подсказывает еще. Есть Воронцовские рядом. Воронцовские, но они устроены, а был устроены. Да, съезжу. А что в районе Воронцовских пещер рядом еще горизонтальное, что можно посмотреть на школу? Нет? Может, какие-то отдельные гроты и будут? Нет, там много пещер есть, судя по карте. Я думаю, огромное количество. Так вот понять бы, какой из них проходимый, а какой нет. Пещера на Черной речке у нас тоже, где форелевые есть, но туда не пустят. Там надо аквалангом быть, там надо пройти, там водоемы не, я говорю, пройти. Вот, ну, естественно, сложно доступно, это понятно. Нет, я ищу легкодоступное. Да. Меня интересует легкодоступное. Прогулочный вариант, да. Погулять там чуть-чуть, да. Именно походить чуть-чуть. Понятно. Ну, тысячеголовая там пещера, да, там. Соответственно, вот, например, в Крыму, да, тысячи голов. Холодная пещера, вот Четвердак плато, да? Там огромное вертикальное количество, там 12 пещер вертикальных на Четвердаге или больше там уже даже. И, соответственно, вот, например, две абсолютно горизонтальные, которые проходятся там, можно в шлепанцах пройти. Они неблагоустроены, но пройти можно в шлепанцах, никаких проблем нет. Это что-то такое еще здесь. В Адыгее погулять. Очень тоже интересно. В Адыгее, да? Очень. А что там? Мощные пещеры. А что там, например, такое интересное? Ой, она очень богато украшена натеками. Сама по себе. А какая, как называется? Там Азишский, там тоже несколько пещер. И тоже недалеко друг. Да, в Лаганаке. В Лаганаке, там, да. Там, в принципе, слышал очень про Лаганаке. Там и каньон хороший, красивый такой. Угу. Да. И вот там простые вроде как есть, да? Лаганаке. Она маленькая, такого объема нет, но так она... Каньоны, своеобразная, да, каньоны очень красивые. Своеобразная пещера тоже. Адыгея вообще очень, да, мне понравилось. Мы ездили, вот наша пещера. Ну вот попробуйте в этом направлении, а там уже получите на месте какую-то, если информацию, тоже по месту вот посмотрите. Понял. Огромное спасибо большое.